Так, ну нельзя поднять даже. Да, так нельзя даже поднять. Это вообще жесть. Как бы так ее забацать, чтобы она могла. Мне как бы надо просто. Вот здесь. Ищем место, которого не будет, наверное. Ну, естественно, конечно, как же. Сделать то, что я хочу, это хренотень. Давай хотя бы здесь, ну. Поднимем, поднимем, поднимем. Не, мне никто не даст ничего сделать. Невыполнимая здесь вещь. Могу и снизу провести, нет? А чё я не могу внизу провести? Это было бы здорово. Вроде как, окей, типа, внизу так внизу. Где логика в этом всем говне? Опа. Что-то было, что-то было. Ну хотя бы так. Только, конечно, там. Через все это говно. Горными тропами. Давай куда-нибудь. Только вниз, что ли? Да ладно, ты же сможешь. Давай, ты сможешь. Нет, она не сможет. Все равно не сможет, блин. Надо еще район брать. Надо через него пускать. Здесь раз. Уйдет. Потому что через горы не получается. Уйдет сюда вниз, вот здесь вот так. И обойдет это здесь вот. Через мост по речке, можно сказать, и здесь вот, наверное, по холму. Прямо к нам. И тут сделаем остановку. Будет нам товар еще привозить. До производства, понимаешь? Шика. Вот так, ну, наверх. А сюда, потом через лесок. Через этот самый. Хоп-хоп. Вот тут жалко. Слишком это самое. Я бы хотел еще ландшафт изменять, было бы здорово. Я поменял что-нибудь. Как раз таки. Неужели смогу? Неужели смогу?
Слишком, слишком уклон, слишком уклон, слишком уклон, блин. Давай же вместе, блин. Сколько можно, блин, меня мучить этими? Спускайся нахрен. Отлично. Теперь это точно должен спуститься. Здорово! Все-таки вышло. Вот в обратку туда пустим ее. Блин, она пытается с этим вместе фигануться. Ладно, пускай здесь не связываются. Пароход общий. Развязочки небольшие, ладно. Да, в город туристов, и ничего, что это есть мой город. Это ведь так надо снести, к херам. Он тут уже не нужен. Капец, блин. Рейл, блин, тукун, понимаешь? Вон это надо пока снести, туда не сюда надо ездить. Они могут. Блин, я бы хотел сделать такую, типа, закрытое. Да-да, ща мы тебе сделаем, блин, твою грёбаную. Остановку ей тебе надо, блин, понимаешь? Отхватишь у меня сейчас постановку свою. Слишком? Слишком крутой. Так, где поезд? У них тут ничего нету, блин. Ни воды, ни хрена. Сквозь грёбаные скалы. Хоть это невыгодно, наверное, будет даже. Тут он воды. Жопой жуй.
Это вверх, это через верх. Ой, ну, красиво говоришь. Симулятор архитектора, говоришь? В каком-то смысле, да. В каком-то смысле это определенно симулятор архитектора. Так, надо в трубу поставить, я то опять это забыл. Не, ну не, ну вот те. Нравится, нравится? Как нравится? Смотри, как здорово, а? Накапливается мусор. И что я сделаю, ребят? Что я вам сделаю? Вы сорвете, не знаю, как кони. У тебя одного накопился мусор, да, ну. Мусоросжигатель хочешь, как я думал? Или я что, не понимаете? Этим не понравится. Ай, хрен с ними. Двум не понравилось из кучи. Какая разница? О, здесь тоже нету то электричества, а я туплю. Теперь есть, а воды нам тоже нету. Надо воды немного побольше. Гражданам нуждающимся. Кстати, Razor-то можно звать симулятор Целитерии. Ты видел эти размеры? А, слишком это тоже слишком. Далеко увез я, унес ее. Я могу походить еще систему такую этого коннекта всех этих штучек друг с другом, прямо точки сами находят друг друга. Че, меня топит? Топит меня, не топит? Меня топит! Капец, как меня топит. Я не знаю, блин. Так, божественная пауза, ну-ка. Всем нравится тут ездить? Но нет. Удержаемая мощность. Ну, мне срать на мощность. Требуется вода. Я удалил, нет воды. Блин. Викторина, блин, поймай волну. Это мешает, окей. Развернись, падла. А можно ее так разворачивать, нет? Вручную, можно ее повернуть?